Основа комплекта – настенно-потолочный светильник Рула. К нему прилагается трековое крепление Аста с однофазным адаптером. Перед сборкой необходимо выкрутить внутреннюю часть светильника из корпуса. Затем насадить выкрученный элемент на трековое крепление и закрутить винты с помощью четырехгранной отвертки. Вставьте деталь в корпус и закрутите ее по часовой стрелке. Переключите кнопку на коннекторе с ON на OFF. Установите светильник на шинопровод и переместите кнопку обратно на ON. Установите насадку на светильник. Трековая система готова!